Всем привет! Весна, пора обновлений и экспериментов. Представительницам слабого пола в этот период нередко хочется сменить образ. Самый подходящий вариант для этого – новая шляпа. Всевозможные сайты предлагают этот товар по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При покупке шляпы выбирайте тот цвет, который вам к лицу. Часто мы покупаем шапки и шляпы по принципу, чтобы подходило к верхней одежде. Серый, черный и бежевый – универсальные цвета. Но из этого не следует, что они всех украшают. Бежевые верблюжьи оттенки многих девушек с неяркой внешностью превращают в мышь обыкновенную или требуют активного макияжа. Черные часто выглядят слишком радикально и мрачновато. Обращайте внимание на размах полей шляпы. Рост и ширина плеч – два параметра, на которые нужно ориентироваться, выбирая шляпу с полями. Невысоким стоит ограничиться полями шириной около 8 см. При росте 165-167 см выбирайте золотую середину. Высокие могут носить шляпы с любыми полями, в том числе широкими. На сайте Wildberries женская шляпа Канотье сейчас продается за 4200 рублей. Ее прежняя цена – 10500 рублей. Головной убор представлен в черном, белом и бежевом цветах. Шляпа из искусственного фетра украшена жемчугом. Материал подкладки – текстиль. Длина упаковки – 39 см. На сайте Озон синюю женскую шляпу сейчас можно приобрести со скидкой за 569 рублей. Ее прежняя цена – 1890 рублей. Состав 80% акрил, 20% искусственная шерсть. Размер 56. Шляпа приходит в коробке. Ширина 28 сантиметров. На сайте Яндекс.Маркет женская шляпа продается со скидкой в 50% за 2990 рублей. Головной убор от бельгийского бренда Herman выполнен из ворсистой мягкой шерсти оливкового оттенка. Шляпа хорошо держит форму, имеет округлую тулью и широкие волнообразные не спадающие поля. Тулью украшает серый фактурный ремешок с темно-серой вставкой посередине. Рядом с перетяжкой пришита акцентная перламутровая бусина с кристаллами, а также белый шильдик. Обрезной край не обработан, что является показателем фетра высочайшего качества. Для комфортной посадки шляпы внутри предусмотрена мягкая прошитая репсовая лента. На дне шляпы есть фирменная печать с датой основания бренда 1874 и отметками, которые означают, что аксессуар сохраняет форму при транспортировке и обладает водоотталкивающими свойствами. Высота тульи 12 см, ширина полей 9,5. На сайте BeIn женскую шляпу можно приобрести за 87 тысяч 100 рублей. Федору кофейного цвета мастера марки выполнили из плотного фактурного фетра. Для изготовления материала использовали заячий мех и фирменный тонкий кашемир, благодаря которому модель стала легче. На сайте Red Markets женскую шляпу предлагают за 2967 рублей. Ее прежняя цена – 3490 рублей. Цвет черный, размер 57, материал фетр, подкладка стеганая саржа. Тулья – верхняя часть шляпы, она может быть округлой, более женственной модели, или жесткой, а-ля мужские трильби или федоры, в виде трапеции и ложбинкой по центру. Если у вас мягкие, округлые черты лица, выбирайте шляпы с округлой тульей. Если черты лица более четкие, здесь неважно, крупные или нет, федоры. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные